В Чебоксарах продолжается строительство социальных объектов. В ближайшую четырехлетку в городе должны появиться 5 новых школ и еще столько же садиков. Сейчас идет их проектировка. Кроме этого, по федеральной программе «Демография» в столице уже возводят 6 детских садов и одну школу. Об этом сегодня говорили на совещании в столичной администрации. По данным Управления архитектуры и градостроительства города, в этом году детские дошкольные учреждения должны открыться в микрорайонах Радужный, Университетский 2, Благовещенский, Солнечный, в 14-м микрорайоне и Альгешево. На контроле возведения школы в Садовом на 1650 мест. Напомню, учебное заведение должно стать самым большим в республике. Сейчас рабочие трудятся на стройплощадке с отставанием от графика, хотя возможность его опередить есть. Настаивают в курирующем этот вопрос управления. Подрядчика предупредили, если он будет срывать сроки сдачи объекта, контракт с ним могут расторгнуть. Реализация национальных проектов президента на особом контроле, поэтому важнейшее значение имеет своевременное выполнение работ по строительству социальных объектов на территории города. Вот сегодня мы коснулись темы строительства школ и детских садов. Уже через 5 месяцев мы должны ввести в эксплуатацию 2 детских сада, остальные до декабря текущего года. Поэтому прошу принять все необходимые меры, как вы сказали, на этой неделе выехать со всеми строителями, подрядчиками, встретиться, провести профилактические беседы, ну и по необходимости подключить контрольно-надзорные органы.